Всем доброго здравия. Вот буквально на днях пришел такой интересный вопрос. Валерий Владимирович, верите ли вы в черную магию? Вот нашла у себя иголку с запиской. И хочешь не хочешь, а поверишь во всю эту чертовщину. И как к этому относиться, как вы к этому относитесь, и что с этим делать? И куда стоит обращаться? Ну, друзья, я хочу напомнить, я всегда говорю об этом, когда происходят какие-то проблемы в жизни, всегда напоминаю о законе ответственности и о том, что все, что происходит с нами в этой жизни, в этом мире, все мы творим сами. И если мы этого не осознаем, если мы этого пока не понимаем, это не значит, что этого не существует. Да, существует так называемая черная магия. Я с этим сталкивался в своей жизни и помог уже многим людям избавиться от последствий всякого колдовства и прочей, как вот в вопросе звучало, вот этой чертовщины. Но я всегда обращаю людей обращаю людей внутрь себя, то есть я говорю им о том, что не нужно искать причину ваших страданий во внешнем мире. Конечно, во внешнем мире есть объекты, которые, ну, скажем так, могут доставлять нам какие-то страдания, в том числе и люди. Но причина, источник этих страданий находится не в этих объектах, а источник этих страданий находится в нас самих. И вот это нужно, если вы хотите действительно избавиться от этого страдания, то это нужно в первую очередь принять этот факт. То есть взять на себя ответственность и принять ту ситуацию, которая есть, и принять ее как результат своих определенных мыслей, слов и поступков. Именно так приходит в нашу жизнь всевозможные страдания, в том числе и так называемая черная магия. Да, есть люди, которые колдуют. Да, есть люди, которые читают всякие заговоры. Что интересно, есть одна из древних очень книг, относится к четырем ведам, книга заклинаний. И я когда прочитал эту книгу, я, честно говоря, был в таком в легком, не хочется говорить, шоке. Я уже стараюсь эти слова уже не использовать в своей жизни. Но был, крайне удивлен. И эта книга причислена к святым книгам индуизма. А по сути там рассказано, как наводить черную магию. Ой, зачем я это сказал? Теперь те, кто любят заниматься этой деятельностью, теперь начнут читать эту книгу. Ну, почитайте, конечно, там есть и другие заклинания. Вот, но тем не менее, да, испокон веков это существовало, да, испокон веков были люди, которые использовали силу своей мысли, намерения для того, чтобы принести кому-то вред. Но давайте не будем забывать, друзья, о законе отражения, о законе резонанса, о законе притяжения, о законе ответственности. Получается, что мы привлекаем этих людей в нашу жизнь, эти люди всего лишь инструменты в руках нашей судьбы. А потому не нужно, повторюсь, не нужно искать причину страдания во внешнем мире, обратитесь внутрь себя. И вот как раз метод подсознательного программирования, метод внутренней трансформации, которому я обучаю вот своей первой книге «Возлюби болезнь свою» и обучаю на курсе «Путешествие в подсознание», который состоится очень скоро, 4 февраля. Как раз на этом курсе я обучаю людей, как использовать вот этот мощный ресурс, а это на самом деле огромная сила, многие даже не представляют, какой силой они обладают, как использовать ее и для своего исцеления, и для снятия порчи из глаза, и для того, чтобы убрать последствия всякой там магии. Вот как раз этому я буду обучать на курсе «Путешествие в подсознание».
Очень важно понять, что, дорогие мои, на самом деле каждый из вас уже является волшебником, творцом. И он творит свою жизнь, творит свой мир. И, соответственно, нужно понять, нужно осознать, чем я создаю что-либо в своей жизни, будь то привлекая в свою жизнь каких-то, скажем, черных магов, да, или так называемую порчу, когда я всегда подчеркивал, что источник сглазов и порч находится в нас самих. Вот когда мы думаем о ком-то плохо, да, мы, ну, есть такое выражение, там, например, все жулики, да, это значит, что мы берем и наводим порчу. И таким образом, если кто-то не жулик, то это возвращается к нам в виде определенных ситуаций, событий, не совсем приятных в нашей жизни. Поэтому можно на самом деле действительно избавиться от всех этих сглазов, от всех этих порч. Для этого достаточно выявить определенные свои подсознательные негативные программы и спокойно их трансформировать. Вот этому как раз я и обучаю людей. Но не тому, чтобы избавляться, так скажем, от черной магии как таковой, а для того, чтобы именно использовать свои волшебные возможности, взяв на себя ответственность, воспользоваться огромными подсознательными ресурсами для того, чтобы изменить вообще в принципе свою жизнь. То есть сделать ее по-настоящему богатой, насыщенной, здоровой, счастливой, благополучной. И поверьте, все инструменты находятся с вами и находятся у вас. Вы обладаете всей необходимой силой, всеми необходимыми возможностями. Давайте воспользуемся ими. Давайте по-настоящему станем хозяевами своей жизни. Записывайтесь на курс, и буду рад вас видеть, буду рад вам чем-то помочь, чем-то вам служить. Вот, и я думаю, что все, чему вы там научитесь, все это вы сможете очень благоприятно использовать в своей жизни для гармонизации всех, абсолютно всех сторон своей жизни, будь то здоровье, будь то отношения, деятельность, предназначение, работа, материальное положение, в общем, все, что возможно охватить вашим мысленным взором, куда можно направить свою мысль, вот там вы и будете совершать чудеса, будете совершать преображение для блага и себя, и для блага всего окружающего мира. Ну что ж, друзья, тогда до встречи. Всех вам благ. Будьте здоровы и счастливы.